человеку 10 000 лет назад. Он пешком ходил в аптеку, на работу, в зоосад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всей достоинств колеса. Колеса. Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лицо, гоняем шар земной. Ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Теперь на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые и дети на работу в зоосад. Едут в баню и аптеку, едут к тёще на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет? 1000 лет! Солнце на спицах синего над головой, ветер нам в лица, обгоняет шар земной. Ветры версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Года 15-го. Ну, собственно, ехал, напрягаясь потихонечку, потому что сэкономить силы, да, и сильный встречный ветер. То есть лучше не напрягаться, а спокойненько доехать. В принципе, могу сказать, что уже доехал, осталось 3-4 километра. Ну вот и я почти доехал, осталось метров 100 до цели прошлогодней и нынешней. Добро пожаловать в село Миассы. Я бывал в Голливуде, на 100 раз пересек весь Техас.